Человек, как и все живые существа, приходит в мир, живет, стареет и умирает. Это обычная формула жизни, подчиняющаяся законам природы. Однако человек иногда нарушает эту формулу, сам себя губит, сам обрывает свою жизнь. И с небес приходит глас, что убийство человека человеком богопротивно. Все мы создания Господа, и поэтому никто не выбирает и родителей, и родину сам. Этот выбор принадлежит Господу. 26 февраля 1992 года армяне выступили против напав на Ходжалы. Расположенный в Нагорно-Карабахской зоне Азербайджанской республики 613 человек. Они лишили жизни 657 человек и искалечили. 1275 человек взяли в заложники. Судьба 150 человек, 150 человек из тех, кто был взят в заложники, до сих пор неизвестно. Мы никогда не забудем тебя, Ходжалы. Небо от кури слевло, земля стонала под пеплом, огненный смерть проживал все вокруг, клела жизнь в сотни обугленных рук. Мать накрыла собой ребенка, пули прожили мальчонка, подавы кровью бились с ним, души сильны и синим человек. Любовь, счастье и смех, и роды взяли на душу грех. Страшная кара ждет их всех. Пепел Ходжалы стучит в моем сердце. Ночь умирала под жгучим огнем, ее решетили свинцовым дождем. На людей извергала снаряды страсть, орудия раскрыли драконью пасть. А сколько кромсали наших детей, а селерья глушила крик матерей. Смерть косила налево-направо, воздух хрипел смертной отравой. Журнал «Круал Эвенимум Париж» 25 марта 1992 года армяне атаковали местность Ходжалы. Весь мир стал свидетелем обезображенных трупов. Газета «Таймс Лондон» 4 марта 1992 года многие были изучены, что от одной маленькой девочки осталась только голова. «Известия Москва» 4 марта 1992 года видеокамера показала детей с отрезанными ушами. У одной старой женщины была отсечена половина лица, мужчины были скальпированы. Известие 13 марта 1992 года майор Леонид Кравец сказал: «Я сам видел около 100 трупов на холме. У одного мальчика не было головы. Везде были видны трупы женщин, детей и стариков, убитых с особой жестокостью».